Сорт картофеля рубин – это среднепоздний столовый сорт с урожайностью до 64 тонн с гектара. Содержание крахмала – 17%. Потребительские качества. Вкусовые качества хорошие, кулинарный тип БЦ. Пригоден для производства хрустящего картофеля, сухого картофельного пюре. Сорт устойчив к картофельной нематоде и обычному патотипу рака картофеля. Высокая устойчивость к вирусу, фитофторозу по листьям. Морфологические признаки сорта. Клубни овальные, красные с интенсивным фиолетовым оттенком, кожура гладкая, глазки немногочисленные, мелкие, мякоть желтая, цветки красно-фиолетовые. Особенности сорта. Хорошо отзывается на интенсивные условия выращивания. Лёжкость хорошая, устойчив к механическим повреждениям.